Для вас это особый праздник. Вы сегодня получаете ключи от новых своих квартир. Чтобы в этих новых жилищах только счастье было, добро и благополучие. С начала 2000-х годов Наталья Кукарова и Вероника Турнаева стояли в очереди на получение жилья как граждане из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заявление написала и ждала. Я ждала долго этого момента, можно сказать, 6 лет. Наталья Кукарова родом из Тальменки. Поступив в Новосибирский педагогический институт, девушка вынуждена была переехать в Новосибирск. Сегодня студентка 4-го курса с уверенностью говорит, что после окончания учебы с удовольствием переедет в рабочий поселок Ленёво. Так как сейчас есть свое гнездышко, будем дальше развивать. Обставлять, скажем так, заселяться. Рабочий поселок достаточно развит, инфраструктура, также и образование, если я планирую в дальнейшем работать, тут и много школ. Дальше, если говорить о развитии, тоже различные дополнительные образования, куда я могу, как хореограф раньше занималась хореографией, пойти работать. В этом году уже получили жилье 5 человек из категории детей-сирот. В ближайшем будущем новоселье справит еще один счастливчик. Известно, что квартира тоже расположена на территории рабочего поселка Ленёво.